Киберкобра на связи. Если ты, молодой поц, хочешь получать деньги из CPA сетей, но не знаешь, где взять трафик, тогда кликай по ссылке в описании. Киберкобра научит тебя выжимать трафик из Инстаграма и сливать на CPA сети. И ты станешь богат, мой друг. Как он обещал, конкурс. Народ, решайте, куда пойти. Могу пойти на классный спот, который видно Хогвартс. Могу пойти гулять по городу магов. Можно смотреть выступления магов, которые поют. Как скажете, так и буду делать. Пишите. Пишите, я буду делать то, что написано. Или вот так, как лучше. В замке нельзя делать видеозапись. Кому хочется сделать принскрин замка, народ, делайте сейчас, потому что потом я пойду дальше. Специально для вас держу камеру, чтобы сделали принскрин. В магазине Левандер я уже был. Это предыдущая трансляция. Вовнутрь можно, но внутри, во-первых, очень темно, во-вторых, народ, внутри нельзя использовать мобильник. Просят выключить вообще, в принципе. Вот он, городок магов. Пойдемте немножко
Магазин Ливандера. Плакса Миртл в туалете. Так, по запросам трудящихся. Если не пропадет на ней связь, три метлы. Смотрите. Чтобы успели прочитать. Кафешки, таверна. Мой самый любимый магазин — магазин со сладостями. Пойдемте посмотрим. Как всегда, шоколадная лягушка. Добби. А теперь обязательно можно и нужно сфотографироваться. Айо. It's real Hogwarts. Hello everybody, I'm Alex, originally from Russia, but right now I'm in Universal Studio. Народ, смотрите, я могу показывать Хогвартс снаружи, внутри, когда заходишь в Хогвартс, там очень темно, и там просят выключить мобильник. То есть там даже аккуратненько это не снять. Поэтому я показываю снаружи весь город, чтобы вы насладились. А, надеюсь, трансляция не зависает. Все шарты как из палочки. Thank you.
музыка тут везде, продолжаю вам делать экскурсию по около Хогвартса. Хорошо, я не захожу внутрь, как и сказал, потому что там очень темно и нельзя снимать на мобильник. Вы все равно ничего не видите, там аттракцион. Там интерактивный аттракцион, когда ты садишься на супертележке и носишься по внутренности Хогвартса. Это очень интересно и очень здорово, но, к сожалению, это не поснимать. Дементоры. Дементоры есть внутри, когда ты на этом аттракционе. Это Universal Hogwarts. Круто! Фотографии будут у меня ВКонтакте. Хотя я здесь уже не первый раз, уже очень часто фотографировал. Вот он, Хогвартс. Любимый, знаменитый, родной. Стала трансляция зависать, я сейчас ее перезагружу, народ, чтобы, может быть, интернет лучше.